Лапку можно дать? Убери хода тогда, что ли? Не, а чё, сейчас туда бежим сначала? На волноступа. Не, он туда не пойдет. Потому что ему Т5 надо, да? Наверное. Корыстно. Мы же сейчас вернемся. Так это пока ты лишь почистишь. Он хочет за 5 минут, да, убить? И Т5 еще получит. Не знаю. Я так понял. Ребят, я перезагружу ноут, хорошо, а то что-то подлагиваю. Сейчас 5 минут, пожалуйста. Хорошо, только выйдите все из этой комнаты, пожалуйста, иначе вы трэш сейчас понагрите, который реснется. Здесь уже в туннеле реснется трэш. Он рисается каждые 2 часа. Еще там танк падал. Где, на прошлом КД? Алиса падал. На волноступе? Не на волноступе. На говноступе. А на ком, кроме этого? Блять, скажи, где, когда Алиса сделала, начала делать анхолика, ну, где она только не падала? Ну, так мы про Каракитреса говорим. Чё? Хуй чего, блять. Соебали, а. Чего, блять. Я падал только вот на этом из совета вообще, и всё. Не, ну в принципе логично, да, чтобы один полипау только дамаг получал от этой. Как она называется-то? Тотема, а второй пиявки. Он может вообще от тотема дамаг не получать. И от трезубца они могут дамаг не получать. Вообще, вот по той тактике, по которой мы убивали, они не получали ни трезубец, ни. Я вчера тебе это пытался объяснить, но ты ж самый заебатый, ты не хочешь никого слушать. А ну нахуй тихо ебать, блядь. Разгал. Ну, горит туда. Опять. Не, зря ты нахуй возвращался в доту, вот в натуре, блядь. Мурлок, друид, это пиздец. Привет всем. Здорово. О! Что у вас за движуха? Тебя ждем. БФЗ? Заходи на. Захожу уже. Кто еще ливнул? Кач. В ФЗС или на ОК сейчас? ФЗ. На том. Леди Вайс. Леди? Это типа Last Boss или что? Хуя, блядь. На том, как вчера были, блядь, сегодня пошли на волну ступни. Ааа, блядь, я понял.
Короче, я могу литов, что ли? Ну куда вы агрите? Я здесь. Привет, Тём. Здорово. Заходи. Я уже шел сейчас под конец. Давай, Кэт из гильдии. Это кто вообще кто был? Чё, Шреддер? А, нет, Шреддер тут. Твинкл. Одевать твинков тех, кто не в этом. Не основой в гильдии, я не собираюсь. А, квакачка. Ищу кроху, бля. Угадайте, где карочка, блядь, и половина нашей гильдии, блядь, кто сидит сейчас нахуй крепости бури, блядь. С нашей типа дружественной гильдии? Да. Ну пусть, может, ее кидану. Ну да, нахуй нам с гильдии ТВСС, если мы можем с дружественной ги пойти в лоб. Она никогда не ходит на РК, я не знаю, нахуй она еще тут в гильдии сидит. Я сейчас горю, я просто полыхаю, пожалуйста, давай. Я сейчас, вот просто у меня сейчас я кресло прожгу своей жопой полностью. Жги. Жги. Царь, послушай, жги. Ну правильно, не надо. Царя не упала тринька, он пошел ее задонать. Да упоёб! Я же говорю, всё правильно. Лучше бы подождал на следующем, когда может выбил бы. У тебя и так неплохие трени же были. Это было только первый раз, когда она пала. Если бы он... Но так начать с того, сколько раз мы убивали того босса. Боже, как шикарно в одного танка. Что это вдруг? А ты там автоатакой бьешь своей. Аля, забрал моба. Из чего? Подождите. Как-то ник на комбу. Хардхорд, блядь. Да, ты моба взорвешь. Как хорошо в одного танка. Идите спокойно танчить, я вам вожу. Чё, делов-то? Стой, да переагривай с меня. Просто иногда получается не 2, а, сука, 7. За это извините.
Симоне будет? Да у нас тут, как это назвать, конвейер мобов, нам некогда. Я отойду пока, быстро покурю, кого там бегать. Линзи убивает. Ля-ля. Блин, где он снимается? Меня не видно его. Слушай, мне бы сейчас права, нахуй, пол гильдии бы перетикал. Делай проще, снимай себе права и не переживай за это. Надо зато Миху съесть, вот это вар. Где там, как там на тебя... А, вот. На тебе сальву. Ненадолго. Я тут одна нормальная специально агронеру буду, а? Прям только что стоял рассказывать уже. Да, агрон это мне рвет. Автоатака. Ладно, я бью укулами вместо взрывотрупа. И все. И просто. Нет. Блять, а как я сейчас с ударом плети сорвала? Ебать. Это ранги, Арчис. А ДПС проставляется в Дискорде, если у тебя есть участник гильдии. Какой ты. А, Арчис. Есть участник, есть. Чего ты стоишь от моба далеко? Есть система рангов, да. Там и смотришь, что это значит. Там колосс еще. Давай, чего он колосса веди. А, он сам сюда подойдет точно. Их там просто три. Сейчас колосса ждите. Тут, конечно, бесовая тренька падает, сука, на ретриков и варов. Не только на них. Так. Колосс. РДД в колосса переключать и смельки мобов доливать этих. Где мой колосс? Изи! Что у тебя там таунтов сколько? Они много их. Нет, нельзя. 10к голды за сумку. Эй, эй, салют буду. Все, я вам всех привел, больше нет никого. Да ты, по-моему, из соседнего инста привел. Не, тут этот гуляющий колосс, я думал, это другой, а это тот. Подходим. Гуляющий колосс, развратник.
уходим. Ебать фаеров просто нахуй. Втоптали в лицо грязно. Опять, блядь. Вы тут с ДД фласками, да, были в три танка? Не отшибает память. Да, да. Я был в анхолике, чтобы мобов забирать на себя. Я был в анхолике, потому да, я что... думаю, да, этот, как его, Марике, давай, в ретрик. 4 хила, я думаю, справится. Тут как раз-таки на каждом трэше, когда он выходит, надо стопать ДПС и хил, если что. Точнее, не ДПС, а АОЕ ДПС. Не, шкаф поставь. Телспек за АОЕ. Если будут срывать, сорян. Будет АФК. Кого еще? Джованни за смонти. Джованни тут. Все, вроде все здесь остальные. Малик, будешь забирать эту змею, если она упадет? Так. Чек на готов. А, так, по тактике. Где вы его ставили? Здесь? Давай, давай я расскажу. Давай, смотри. Там где сейчас стоим. Царь, рассказывай. Вот зеленая метка, здесь у нас сюда идет танк, забирает отсюда двух. Два пака трэша, подводит его сюда, по команде заливает. В синей метке стоит босс, соответственно, танк здесь стоит, а весь рейд фиолетовым. По команде стопаем, по команде заливаем. Слушай, все. Разве не наоборот? 15%... Нет. А в синей метке танка тут босс? Нет. В синюю метку стоит. И метки босс. Босса поставишь или все? Остальные стоят в ромбике. Давай, Димыч, я с трусов похватаю, ты здесь захват. В три там. Да. Ты в три хочешь? Да чё, нет. Я думал, два, да, ну Алиса в сама ты дала. Вот просто вот сюда вот выходишь, здесь трэш ловишь и подводишь его под босс. Все, все так. Ладно, если что, поменяем. Чек на готовность, ДД фласки все пропили. Пока, блядь, чего не хватает. Мы дождались этого легендарного дня. Шреддер, блядь, прокачал кулак. Это пизда. Это я его спеку. Так, стопнули нахуй лишний флут. Пока, блядь, давай, Шреддер, кидай кулачки. С пути босса, да, отошли пока что. Станите, когда его поставят. МТ, Эвинар. Чек на готовность. А мы повелителя глубин убили? Нет. Так, еще раз чек на готовность сделаю. Все вроде не готово. Чего не хватает? Серьезно? Шреддер, кулак порогом дай, пожалуйста. Висит на тебе кулак. Чего тебе не хватает еще? Готов? А че такое? С пути уйдите, пока не поставят, в ромбик не идите. Бычьи головы направо. Дали сначала поставить. Стали. Спасибо, Алиса, на. Блин, я хоть на мне СС, тише, падайте, падайте, все, падайте. Алиса, он смотрит в туннель. Вот да, вот правильно. А мне СС, умирайте быстрее. Так я и спрашивал, а царь сказал наоборот. Тише, все, ладно, дохните уже. Чем ты, блядь, слушаешь? Он не сказал, сука, наоборот. Нет, он сказал, рейд наоборот. Фиолетовой метки, босс в синий. Как рейд может стоять фиолетовый, блин, мордой... О, все, у меня... Я сейчас... Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Умирайте уже. Налево обратно, вернись.
Хорош. А ты отбежал. Я увидел, что Алиса криво поставила, я убежал. А другие нет, просто. Самый быстрый трай. До меня рейс не достался, но... Рыбу поставлю. Лиса, сколько ты раз этого босса убиваешь? Что? Так, сейчас. Четыре раза, наверное, убили. Шкаф. Ага, вижу, лимит. Ты не можешь запомнить, что он ебашит нас. Ну, в другой гильдии он стоял вообще по-другому. Во-первых, а во-вторых, в прошлом все встало нормально, но царь мне сказал встать как-то больше. Нет, то все фигня, Алиса. В другой гильдии ты босса тоже на рейд разворачивала? Ну, а я на трэше была. Понятно. Что непонятно? Ну, типа... Рейд фиолетовый метки. Босс стоит в синь. Так, хватит. Не, все, ладно. Рыбу, идем. Раз ты сказал наоборот. Стоп, не флут! Кулаки. Чек на готовность. Смотрим по бафу. Войд, кушай еду. Моб, резница. Бьем. У, сука. Из дыма будет. Значит, еще одна баба придет сейчас с мужиком. Баба с мужиком, да. Не тут появляется, Тёма, не бегай. Они отсюда идут, тут тот конец. Ну ничего, значит, зальем вместе с трэшем. Mm-hmm. Мы без демона. Почему? Ну, Виби в Африке. Виби, давай в демона. Ну, сука, в демона. А так, а демон чем меня уешит? Ты в демоне, причем здесь, при чем здесь демон? АУЕ, не АУЕ? У нас сколько кастеров? Давай в демон. Пекнулся. Хорошо. Чек на готов. Я СС пока не вешаю. Все готовы. Отчет на полу. Нихуя, если что он взял, а у него есть спектр. А, под грозу. Да поглотит вас, пучина вот. Встали. Ну когда Геру давали? На второй фазе. Агро. Кому салим? Я дал бы. Так, я сейчас наделаю. Меня взял лофшар. Стоп, АУЕ. Стоп на левое, стоп на левое, ребят, стоп на левое. Прохила вина. Не надо хилить. АУЕ на пол ударил. Все, бьем, АУЕшим, АУЕшим. Быстрее АУЕшьте. Морлоки сейчас. АУЕшьте. Топнули хил. АУЕшьте. Топ. Стоп на левую.
АОЕшу. Дим, дай прожимку. Да. Это заберите, сзади Винар стоит моб. А его милики не достают, скорее всего, он ее в спину еще пиздок. Стопнули у нее. Ешь. Блять, только бурсты прожал. Повешим. Стоп на левое. Ваня, где там? Под боссом. О. Ничего не впускает, но его лучше приснуть, он попал ешь. Так, Маш, БРНИ, Джованни, пожалуйста. Ауешь. Трэш к этому врезнулся. Ничего страшного. Нормально, ушли. Уешьте пока что. Уешьте. Сука, это будет меня бесит. Стоп на левую. Так, вот подсос бейт турбо. Ребят, ну аккуратней. Пробафали сразу. Ауешь. Вазгарду был тоже такой же ДПС на этом боссе. Кому залить? Вы. Маша, залейте. Билки. Все? Сервер повис? Нет, нормально. Ауеш. Я походу делал повис. Ауешим еще. Стоп на левое. Ты говорю стопнули, значит кто этот? Топали полы. Ой, блядь. Бейте, ауе. Меня походу дело выкинуло. Да, выкинуло. Я не знаю. Ауешу. Турбо, если надо, говори в этот. Я тебе кину. Бог. Стоп. Ауешу. Артурба, дайте солю. Ёпта, сразу присолю. Красава. После не этого, не как будете сводить на ману спеть? Алиса, забирай, если что. Стопнули. Вторая фаза у меня на скольки процентов? 20 или 25, точно не помню. А мы увидим, как шары будут лить, как вторая фаза. Их надо диспелить пытаться. В
Моб сорвался, моб сорвался. Вижу. Блять. Хожу налево у меня. Бэров нету. Геру даем. Все, моба больше не будет, босс ли. Вейнар похил. На ману надо печь, просто маны нет. Бычья голова на ману. Жевание на ману, ауешим. Ауешьте. А, нет, выходит все равно. Трэш будет до конца выходить. Ну, знаешь, просто заливаем босса. По боссу играйте, переставайте бить его я. Да, лейте его я. Нормально все. Лейте. Сфера. Вы беспеливайте только с меня. Я буду ловить, постараюсь ловить сверху. Стопнули его я. Диспел. Диспел быстро диспел. Диспельте. Босса играть. Пул в босса. Чисто по боссу играем. Для берсерка полторы минуты. Убиваем босса. На кой? О, змея упала. Ты хороший, только меня портовало постоянно. Меня тот же самый два или три раза портовало. Так. Мобца. Моба. Убили. Сейчас за самой. Так, поиск кольчужный. Так. А у тебя на ком привязано? Ну, следующий достает. Еще один на ком. Паладина только взяли гиб. Так. Ну, я локом это... типа был, но у меня паладин мейн. Это ну, я понял, а лок у тебя как у тебя ник? Такой же у него. Арчуз. Да я не вижу тебя в этом. Пуэру. То фетчер бьет. Тот 83. Дальше. Я. Хорош. Бога. Ну, там ППР у Маликет выше. Да, Маликет забирай. У него тем более топ для этой тринки есть, еще вторая. Маликет, советую тебе Т5 не брать. Поверь мне, ДПС у тебя будет. 5-8-3. Видишь, что там шредер внизу? Там, где и я, нахуй. Че ты мне отпишешь? Тьфу ты, блядь! У вас ники похожи. Сапоги, роль, че ты. Ну, так хожу я. Налево, только надо. Ты, мастер, тебе не нужны, что ли? Мастер. Мне не надо. Ну, нахер ролишь, так. Я по приколу кинул. Где? Хожу налево. 2-5. Откуда я ГП? Я ж был второй нахуй приору, блядь. Забрал 1-5, все, пиздец, жопе нахуй. Из-за вчерашнего лива еще 500 ГП. Офигеть. Я не последняя по приору, прикиньте. Я предпоследняя. Ну что делаем? Будем трэш чистить, не?
Я не знаю, есть ли смысл опять идти в 5 хилов. В 5 хилов, непонятно. Нет, но если царя спекнуть, ДПС не хватит. А давайте еще какого-то язычного босса найдем. Ну, я можно бы не сказал, что у нас ДПС не хватит. На самом деле у нас ДПС нормально, приличное количество. Я вам говорю, у Асгардов, когда я смотрел видео, у них такой же ДПС был на волноступе, как у нас, блядь. Ну, я не знаю, это второй рейд был или первый? Ну, Асгарды сколько в танков? Так же в 4 фигарят? Я не помню. Ну, они в хилов. Не, я не про этого босса, я про волноступа. У них тоже было в районе 400 с чем-то. Я же говорил, что тренинг, понятно. Тоже. Короче, разница между спеком под грозу и обычным, это охуеть от грозы. Это просто пиздец урон. Поставь. Куда ты пошел, Дим? Дальше. Как? По одному агрить. А куда ты хочешь? У нас одного человека нет. Ух, сейчас Маликет будет царя обгонять по ДПСу 100% на инфанах. Вот, блин, была бы у Шерпиступа, блин, эта ката долбанная. Вибик, оставь шкафчик, пожалуйста. Рома Аспер. А, пойди, чё я туплю? Алмаз. Он не ходит с нами, это ж PvP же, да? Almost Call X, я ему пишу, он меня сука игнорит. Эта хуйня на карточке, блядь, сидит нахуй в нофингах, нахуй. Психолог. Он PvP, у него PvE маленький спек. Я его добирал нахуй как... Нихера, я его добирал рестерферал, блядь. Сука, PvE, блядь. Я спрашиваю. Бро сейчас играет, но у него целка, нету ачивы. Мастер, что там лежит в этом чубрике? Посмотри на тебя лут. В чубрике лежит пустой слот. А, окей. А нихуя. Один голды, нахуй. Лук называется. Продать, блядь, бомж ебаный. Ну, что делать, блин? Ну, я предлагаю, допустим, мне спекнуться в хила по нормальному расположению, пойти раскидать полипалов, босса. Давай, чистим трэш. Ого, часик потраем, господи, может кто-нибудь зайдет. Ну да. Да, я сейчас алёй. Ну, мы сейчас и убьем. Просто ладно. Время надо как-то распределить, чтобы мы, хотя бы люди, может, поучились, кто здесь первый раз там и так далее. Все, уже хорошо будет. Давай, Ягри. Бей. Я тыкнул, я тыкнул. Короче, под волноступа надо с собой делать АВЕ спек. Ну вот прям, блядь, скидывать типа ПВП кота мне делать чисто под босса ОЕшного вот эту фигню. Мало ли кто с собой будет играть. Не, мало ли кто с собой будет играть, там урон очень дохуя. Ну, в смысле, вообще. Зы пиздец как бы. С совами никто не играет, поэтому я говорю это никому. Маша скоро сову себе сделает. В смысле того, что если обычным спеком, ну... Милики ушли. Летит. На косаря полтора меньше летит. Нам же нужно до берсы убить. Это все же лучше. Выходи, выходи, Лен. Выходи. Бьем. Милики ушли.
Лена лагает. Давайте вправо. Ну, сейчас выпьем, что. Проблем нет. По волномуту играем, про дисплей волномут. Блин, ну я не могу агро двоих держать, когда вы с шеемами своими бьете. Надо микстурки шеем сделать. Надо. Может быть. Так что ты дальше? Это а, я хоть... что-то провтыкал. Давайте. Да, да, да. Давайте. Рядом стоим, гоу, вот этих вот, чтоб не бегать обратно-то, чё. Да похуй. Тёма, можно отойти на 2 минуты? Отойди, пока трэш чистить. Да трэш. Мы минут 10 трэш будем чистить. Челан, приводи тех двоих с другой стороны. Нет, они шотнут. Не, я могу задних привести, если постоишь. Приведи босса, чувак. Угу. Давай. Я танк один как бы. Вы чё там, не подохуели? Ни разу. Клейте тотем. Да, пофиг на тотем. Тут ничего не выйдется, дайте боб или СС, чё там. Ай, блядь. Ну, Виби отошел, отлично. Турбо, ты там? Где там? Давай ему отсвет. Или ты встал? Угу. Аккуратнее идите. Надо торопиться. Джипс, чинить их там надо. А чё, пока, бра, я смотрю, надолго, да, отошёл? 5 минут. Угу. Бафну здесь пошли. А Лео, кстати, у него ж третья карта, не? У него не закрыто что-то вроде. Так, у него целка закрыта, он сами на кусы доходил. Давай, Димка, пошли.
Ренжу набрали. Ренжу. Быстро. О, за колонной не бьет, а ауе. Ха. Виби, ты живой, да? Ренжуна, берите, кто-то словил дебаф. Ладно, побей босса. Ни хера даже здесь на вас чума может быть. Аккуратнее. Малекет без колбы играешь, да? Ну, если у него есть этот, то нахер. Ну, я бы тут, конечно, построил. Ну, это все хуйня на ретасе, конечно. Ви, скажи, сколько крита сейчас? Да, сколько сейчас крита? Лена, поставь тотем свой. Лена, поставь свой тотем на крит. Как там горн есть, какая разница. Так, ладно. Крит, давай который... Давай трэш начнем чистить, потому что, блядь, время и так тянем. Я резаю людей, пока резаю людей, спрашиваю. Да он тянет трэшак справа, блядь. Чё-то на этих колососах тут, блядь. Помогу. Мастер, я про РДДшный крит. У Эльма дает 3%, у совы 5%. И он не стакается. Поэтому спрашиваю, сколько крита? Он ставит тотем, и он заменяет мой 5% на свой 3%. И все. Вам дает приоритет. У Эльма есть баф 5%. Он не стакается с бафом совы. Вот и все. У Элема такой же баф, как у совы, 5%. Клятва стихий, смотри. Это не... Я просто говорю, раньше стакался. Я проверял просто. Нет, никогда он не стакался. Этого было и совины, и Элем. Ренжо! Лена, все нормально, ставь как ставила. Второго не сагрите? Нет, нормально. Но надо ДЦшнику какому-то этот, 25 нахуй. Че, вены вскрывать будет? Там прицепился, и теперь чума с него на меня.
Ой, какой нехороший человек. Третьего забрали. Четвертого, пятого. Боже, сколько их. Алиса, хорош писать, давай танчи. Куда побежал? Задумал, блядь. Турыч помог, как мог. Справа, справа, справа. Блять. Сука. Приведи, по магу играем. По магу все играем. У, сало, блядь. Дальше волномут. По щитоносцу. Пиздец, эта стринка хуярит, блядь. Сильно заметно, мастер. Чё? Незаметно, говорит? Спрашиваю сильно, говорю, заметно, в дамаге-то. 7%, посмотри на... Это только на трэше, блядь. То есть копа по сравнению с этой твинкой вообще говно полнейшее. Он ее еще и не может разогнать никак. У него не полный дамаг бьет, который должен. Давай, давай, Тим. Она прокает в райтриках от печати даже. Этого босса будем бить. Да. На 12к ебашит тринка, блядь. Вообще законно, блядь. Один прок на 10. Проходи, трэш. Интересно, когда ее пофиксят, нахуй. Только хотел спросить, из прохода привезти микстурку уже или нет. У
Лен, отпразднуешь ты свою днюху? Хочешь пуху на шаман на шамель? Привел. Я не ожидал, что он чажнется и ударит меня так вот больно. А надо ожидать, нахуй. Не, он чардж и 22к внес. Он бежит, вон он бежит, вон он. А видели вот это кольцо рдашникина? Видели. Говно, для в бисовом шмоте говно. Да, мало. И хосты мало. Вот эту хуйню надо забрать, блядь. Мне на танка. У меня бой хуйня показывает на мидвее. А, потом, ты там что ли? Бой показывает на мидвее. Не, в смысле. Никого не били же. А это прокнуло от стаков на 27к? Серьезно, блядь? Ой, люди, у меня кишка болит. Второго. Первого волному-то сносите, потому что тем в текстурах. Какая? Какую он забрал? Вот говорим, блядь, анархистами. Пока что, нахуй, пока не добрались до нее, нахуй. Че я кофе налил? Маликет, он сказал мастер. Маликет, пойди сюда, плиз, ко мне. Пойди сюда. О, где я стою? Спекни с холипалу. Маликет, давай, в хила. Царь, в хила. Я уже спекнулся. Маликет, кинь на меня частицу, пожалуйста. Вот. Сейчас просто проверю кое-что. Кинул? Угу. Похиль себя. Ну чё, хилит? Сейчас хилит. Короче, крест вот здесь вот. А ты встанешь вот там вон где-то, да. Где сейчас стоишь? Похиль еще раз. Стой, похиль. Себя. Все, отлично. Вот отсюда достаю. Сюда вот. Контакт. Так, Маликет, встань сюда сейчас. Блин, даем этот, как выдам собрать сюда. Третью. Видишь, где я прыгаю, крестик? Встань сюда. Маликет.